Сегодня в России отмечают 370-ю годовщину со дня образования пожарной охраны. История противопожарной службы в нашей стране началась в 1649 году с царского наказа о градском благочинии. Современная государственная противопожарная служба в составе МЧС России – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. Сегодня в актовом зале КДЦ чествовали ненецких огнеборцев. В пожарных подразделениях Ненецкого округа проходит службу 132 человека, на вооружении которых находится 31 единица, в том числе и самой современной техники. Мы расширяли свою учебную базу, построили огневой тренажер. В этом году мы планируем проводить учебно-методические сборы для подготовки инструкторов. Я надеюсь, что где-то к концу осени мы выйдем на проведение занятий с газодомозащитниками в огневом тренажере. Я думаю, что это позволит нам значительно повысить боеготовность нашей службы. Юбилей не только повод для праздника, но и определенный рубеж, чтобы подвести итоги. Сегодня в зале среди тех, кого чествуют на сцене, пожарные, отдавшие не одно десятилетие службы. На их глазах пожарная охрана росла и крепла. Но очень много было перемен. Начинали мы с плохой техники, плохого бронирования. И вот с новшествами и вот с новыми временами техника улучшается, боевки улучшаются. То есть очень много стало оборудования очень хорошего, что помогает для тушения и спасения. Традиционно во время торжественных мероприятий, которые проходят во всех подразделениях, чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды, поздравляют и напутствуют. Еще, наверное, вам предстоит одну задачу выполнить, я вас попрошу. Где-то рядом с вами сейчас находятся ребята, которым предстоит, и девчата, отмечать 400-летие пожарной охраны. Вы их, пожалуйста, найдите, передайте им свой опыт и знания, чтобы они также стали продолжателями традиции пожарной охраны. С праздником! Каждый год огнеборцы тушат в среднем 150 тысяч пожаров, спасая при этом сотни тысяч людей. Сегодня пожарная охрана России насчитывает почти 470 тысяч человек. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».